Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас будет прохождение Архидемона. Потестим немножко другой состав. В принципе, тот состав я вам показал. Тут ребята даже набили уже больше. 1.4. Ну, плюс-минус там 300 миллионов. Это нормальное явление. Попробуем сегодня убрать Бигфута. Правда, я не знаю, или это хорошая идея. В принципе, можно было пирогатку убрать. Как вариант. Все равно от нее толку особо нет. И поставить укротителя. Давайте такой состав попробуем ради интереса. Так, сейчас пробежимся, всех соберем. Так, на укротителя мы поставим. Так, укротитель собран. Проверяем состав. Тыковка собрана. Арктика есть. Бигфут. Так, Огник тоже есть. И Лазуля вот такой вот. Сейчас единственное, я еще проверяю. Тут у нас доспех был. Сейчас попробуем на Бигфуте поменять чары. Нифига себе, пятерки дает. Чтоб так всегда давало, и не с коробок. Так. Сейчас, может, будет пятерка еще. В принципе, там четвертый, пятый, оно особо роли не играет, но все равно. Может, сделаем максималку. Ради теста. Кстати, надо посмотреть, что там у меня вообще на героях стоит. Я уже даже не помню. Так, Лазуля. Доспех. Ладно, пусть будет доспех. Не будем Лазулю трогать. Так, дальше Огник. Кстати, Огнику тоже надо. Сейчас побежали бы. Так, Огник. Рай мы тут не используем. Бигфут. Так, укротитель есть. Арктика тоже. Сейчас еще тыковку глянем. Так, тыковка есть. Ну, вроде у всех. Окей. Поехали потестим такой состав. Попробуем. Может, получше будет. Должно, в принципе. Если, опять же, он не сорвется, как предыдущие разы. Это было. Так. Ну, с укротителем получается обычный удар у нас будет тоже 500. Сейчас посмотрим, как оно пойдет. В принципе, мы должны убивать где-то быстрее, чем за минуту одного. С укротителем это вполне реально, потому что у нас прибавится плюс обычный урон. Возрастет также плюс у нас прибавится за счет мишки плюс один.
Ну, вроде получше идет. Сейчас посмотрим, если не сорвется опять. Хотя, в принципе, где-то приблизительно то же самое получается. А и Арктика у нас сработала не вовремя. Я уже думал, все, сейчас самое главное, чтобы нормально шли дальше. Сейчас вот, кстати, на втором, если не сорвется, посмотрим, что у нас по времени. Но опять же, рандом, может после второго просто сорваться. Да, но времени у нас уже запас есть. В принципе, довольно-таки неплохой запас. Успели, успели. Третий есть. По сути, мы одного убивали где-то за секунд 50. Может, где-то плюс-минус так же идем. Надо еще попробовать поставить пиромага, наверное, на лазулю. Посмотреть, как на нем будет смотреться. Так, 30 секунд. Ну, где-то немножко улучшим, если сейчас он не сорвется. Ай, видите, сорвался. Чуть-чуть нам не хватило. 7 миллионов. Так, окей, поехали. Вторая попытка у нас. Тот же состав, давайте только попробуем еще на лазулю вытащить дополнительно. Еще одного пиромага. По времени посмотрим, как оно. А, у нас же есть пиромаг. Так, отлично. Ставили четверок. Так, окей, поехали. Поехали, тест номер два. Пробуем то же самое. Сейчас посмотрим, за сколько времени в этот раз мы сможем быстро его убить. У нас получается еще плюс один дамагер. Вы уже потом промотаете и напишите в комментах, за сколько мы убили первого, сколько у нас там времени оставалось. Но это опять же рандом плюс-минус, и за сколько второго. Там, по-моему, секунд 10 оставалось, где-то так. Ну, где-то минута. О, ничего себе, он подошел прям. Ну, видите, пиромах все-таки на лазули получше будет. Хоть он там вот большинство времени, допустим, юзает свой скилл, но пиромах появляется, когда он не под скиллом. В принципе, этого хватает. Пиромах все-таки будет поярче для архи, если вы будете использовать его на архидемоне. Ну, где-то плюс-минус так же идет. У нас там осталось 30 секунд. Возможно, и Арктику можно убрать. Но хотя это, конечно, рискованно.
потому что, мне кажется, все-таки включится. Ну, как вариант, можно попробовать. Самое главное, чтобы он сейчас не включился, мы просмотрели, что у нас получится в итоге. Ну, пару секунд выиграли. Так, есть, отлично, смотрим. Смотрим, что у нас получится в этот раз. Ай, блин, опять сорвался, ну. Вот скажите, что не западло. Триста могли нормально набить. Так, есть карта, давайте попробуем ради интереса еще состав. Уберем Арктику нафиг и поставим сюда Химку смыслу. Поставим Ведьму, потестируем. Я знаю, что, конечно, мы, наверное, сейчас сольемся, но все равно ради интереса, ради теста. А вдруг зайдет? Ну, скорее всего, что не зайдет. А, так. Поехали, попробуем еще такой вариант. Ну, в принципе, с этим вариантом мы должны больше набивать. Но, видите, срывается. Где-то чуть-чуть не хватает. Так, окей, поехали. Мне кажется, без Арктики вариантов не особо будет. Хотя... Кто его знает. Хоть на первом посмотрим, за сколько мы убьем. Если, конечно, он не сорвется на полпути, хотя вероятность очень велика того, что Арктика здесь. Либо... Ой, блин, я и без огника бью, вот это я нуб. Видели такое? 30 секунд без огнекрыла. Называется, блин, пошел воевать. Думаю, там не особо результат у нас будет. Ну, можно, видите, и без огника бегать. Как это я так выпустил героев коряво? Результат, вот идем, тот же самый результат, в принципе. Может, и действительно здесь не надо Арктики этого. В общем, смотрим, что с этого получится. Но пока держится, как ни странно. Я думал, что все-таки Арктика нужна. Как-то он так стрёмно подбирается. Интересно, интересно. Будет смешно, если мы зайдет этот состав. Правда, жалко, мы 30 секунд просрали. Посмотрите, результат, конечно, намного круче. Там было 33 секунды. 37. Сейчас по-любому сорвется, как в прошлый раз. А может и нет. Давай, тащи, нам надо топ-результат. В общем, вот так вот, ребят. Как-то так, с такой попыткой получается, мы набиваем сейчас неплохой результат. По идее, сейчас возьмем топ-1. Если бы еще 30 секунд не просрали, наверное, бы и 4 набили. Вот так вот. 3, 1 и 7. Новый топ-результат.
Конечно, смешно это получилось. Согласитесь. Ну, с вас, конечно же, лайки. Очередной раз мы взяли топчик. Ну и, конечно же, узнали новый состав. То есть, получается, реально можно бегать без Арктики и без Бигфута. Ой, точнее, без этого, без рогатки. Таким вот составом. Прикольно. Давай, обновляйся уже, топ. Отлично. Тан-та-тан-тан-та-тан-тан-та-тан. Пишет его. Так. Все равно, что за прикол? Батька в топе. Вот так вот. Все. Всем удачи, всем пока.